Бесшабашное шоу о том, как быстро делать ремонт, готовить жратву и гонять демонов. На этом канале можно найти массу полезных советов. Ты научишься, как изгонять демона из плазмы, готовить отменные бутерброды, правильно ремонтировать электромясорубку. Тебе даже покажут, для чего нужна бензопила и как на ходу позавтракать в кузове грузовика. И что нужно сделать с ВАЗ-2109 для встречи зомби-апокалипсиса. Если ты не смотрел ХФМ, значит ты не знаешь, что такое безумие. Ссылочка будет в описании. А, помогите, спасите, Тану, помогите, кто-нибудь! О нет, тонет девушка, я же спасатель Малибо! Да, помогите! Ублюдок! Вам помочь? Простовато! Девушки, одни курки остались, девушка, вам помочь? Да, отнесите мой труп моей маме! Немножко не вовремя прибыл, собственно говоря. Блин, так, все, собрался, да? Собрался, раз-два, в левом углу ринга, кто? Лугер! Правильно, а правом кто? Семен. Какой Семен? Какой Семен, к черту, я Семченко, друзья! Добро пожаловать, карту проходим мы с лагерем сегодня очередную, сейчас опять в комментариях будет. Где Мистик? Нету его, он еще не может! Крикни, где Мистик? Эй, Мистик! Но он еще не может. Вот не знаем мы, где Мистик. Мистик пропал. Все, телефон отключен. Не звонит, не отвечает. Скайп вообще, я их не знаю. Домой заезжали, Мистика нет вообще. Да, я не знаю, мать в шоке, в панике. Вызвали такси, полицию, пожарную такси, помощь. МЧС, газовую службу и телефонопроводчиков. Ну, и им подключили телефон. Да. Сказали, что когда он не появится, мы ему включим. Да, отлично, в принципе, неплохо. Ладно, что сказал? Ну что, давай прочитаем, что здесь вообще нам понапитюкали. Давай. Сегодня ты читаешь, давай. Окей, привет, Кирилл. Знаешь, вот снова маленькая буква и почему-то одна L на этот раз. Ну это что? Ну это чувак, ну без этого никак. Меня зовут Саша, тоже с маленькой буквой. И пофиг, что Саша это Саша. Или Funny Man. Окей, как твои дела? Ты так знаешь, после каждой фразы на меня смотришь, как будто ожидаешь от меня какую-то реакцию увидеть, да? Вот да, ответь, как твои дела? Мои дела? Ну ничего, так знаешь ли, за исключением того, что я сегодня был спасателем Малибу, и у меня девушка утонула. А, у него тоже, кстати. У меня тоже. Карта называется... Ты, короче, не один такой неудачник. Да-да-да-да. Карта называется Redstone. Играть на версии 1.7.5. Слушай, мы плохие дяди. Мы плохие дяди. Мама, ама криминал, да? Да. Просто. Так, правило ниже. Первое, это не ломать блоки. А, да, у нас был печальный опыт. Да-да-да-да-да-да-да. Короче, это действительно лучше не ломать блоки. Второе. Мы потом это покажем, друзья. Да, мы это покажем. Почему здесь не стоит ничего ломать? Вообще ничего. Так, можно использовать kill и таймсет. Короче, пиши kill. Короче, пиши таймсет. Выполнять все, что написано на табличках. И сложность мирная. Приятной игры. Так, сложность мирная. Спасибулечки, как говорится. Да, все, отлично. Мы все, смотри, еще я тут даже попрыгаю, так что можно начать проходить. Так, дай мне. Прыг-скок. Ну что, все, у тебя получилось, да? Прыг-скок. Хочешь, я тебе кувшинку подарю? Залезь под эту кувшинку? Нет, на. Просто я кувшинку тебе подарил. Я не знаю. Задницу потерешь. Спасибо огромное, лагерь. Какая добрый. Благодарю. Собери 6... Чего? А, собери 6. Я прочитал шерсть. Собери 6 редстоунов и открой дверь. Давай. Так, короче. Окей. Я сегодня тебе буду, знаешь, поручать проходить... О, иди сюда. Тут летучие мыши, кстати. О, это тайник. А, нет, это не тайник. Это просто другие эти. А что здесь? Стоп. Последнее испытание, как я понял, откроет нам дверь. Беги. Окей, погнали. Чувак, побежишь? Давай. Раз, два, три. Похрен. Ой, задел. Я за тобой. Ты дурак, стоп, подожди, я тебе пробежал, меня сейчас убьет, нахрен. У меня 3 хп. 2 хп, 1 хп. Слушай, крипер, мать его, крипер! Ну и как тебе? Да, нормас, я почти прошел, кстати. Ну че, а давай синхронно. Там полкарты нету. Готов? Да. Раз. Раз. Два. Три. Кувшинка! Забирай кувшинку, спасай! Там карта сломана, как кстати! Как ты проходишь, я не понимаю. Я сам не понимаю!
просто надо... Я жив, тихо, А давай здесь посмотрим, что здесь такое. О, кстати, чувак, иди сюда. Я жив, и я сломал следующий уровень. Пойди сюда, здесь стрельба из лука. А, так, а это как же пройти? Ой, это не ты. А ты где? Я тут, короче, еще остался жив, на самом деле. У нас какой-то дядька стоит. Черномор? Да черт знает, бомжара какой-то. Ударь его. Нет, я прошел, кстати, на самом деле. У нас какой-то дядька стоит. Все, я прошел, чувак. Я иду к тебе. А ты где? Я прошел. Иди ко мне, детка. Че, прошел, да? Нет, просто я пытаюсь вернуться назад, но как бы это невозможно, чисто физически. Ты ТП-шися. Ты что, дурак? Стой, ты дурак, стой! Да я дурак. Стой, иди сюда. Сюда иди. Ой, я мышку застрелил. Сюда иди, смотри. Че там? Да иди сюда. Что ты сделал? Что ты делаешь? Сюда, говорю, иди. Вот, смотри, там в конце, короче, сломано. У меня телефон звонит, прикинь. Ну ты ответь хотя бы, может быть, мистик нашелся. Нет, ладно, поставь на паузу, я сейчас приду. Какого хрена? Ты зачем дергаешь мой рычаг? Встань так, чтобы как у тебя нос был. Так. Теперь чуть-чуть. Как рок. Нужно как рок, чтобы он тогда. Чуть за назад. Так, стой, у меня есть другая идея. Смотри, что мы можем сделать. Сломай этот рычаг. Смотри, что мы можем сделать. Смотри. Как пенис. Ну как? Ничего нет. Он просто тебе в попу впился и все. Он что, дурак? А, вот она проглянула. Да я. Смотри. Давай двигайся. Так. Нет, стой. Еще правее. Все, стань ровно. О, все. Можешь подергать его. Опусти руку вниз и дергай. Мама не учила в детстве. Дергай его. Вниз смотри, вниз. Опусти голову вниз. Я не могу потеребонить его, я не могу это, если я дернусь. F5 тискай, F5 натисни и смотри от первого лица и просто вниз смотри и дергай. О. Просто профессионал. Ладно, все, погнали. Тут пошли в песочницу. Окей, погнали. Так. Кстати, мне дали лопату. И? Отойди! Копай. О, все, слушай, поднимайся. Ох ты ж, изыди, дьявол, ты смотри, ох, что там. Ох ты ж, ё-моё. Что такое вообще здесь? Тут, короче, о, я нашел. Слушай, какого чё, хрена? Какашку кошачью? Ну да, но она немножко красная, я думаю, с котом было не чё в порядке. Чё в песочницах находит? Я просто удивлен, что кот был не в порядке. Шки-то. Так, слушай, у нас уже есть 2 редстоуна. Я не могу выйти из этой двери, мне лестница мешает, все. Все, вышел. Погнали в паркурчик. Паркур, знаешь, это кур парить. Паришь кур. Парить кур. Отпарь, так. Как говорил мой дед, мою куру. Опа. Слушай, я удивляюсь, насколько был проницательный твой дед. Мой дед всегда говорил всякие умные вещи. И где он теперь? Ну, как тебе сказать бы так, чтобы... А, не сильно... Опа! Видал, как паркур проходится? Ты знаешь, что там сгорело все? А мне норм. Бери красную пыль. Все, погнали. Тыкай. Да, я первый, да. А я второй, и я этим горжусь. Все, давай, осталось все, две пылинки, и мы, короче, пылинки. Вопросы? Нет, стоп, а на втором этаже мы... Да, мы там все прошли, давай, у нас стрельба осталась. Ну хорошо, ты уверен? Да. Только тут нету лука. Потому что я умер с ним. Вот же незадача. Слушай, давно тебя по голове били? Не? Да. Слушай, давай геймод пиши. Ищи давай лук. Пишу, я не хочу, так сказать, знаешь ли. Окей, найду я для себя лук. Все, я тебя не знаю, чувак. Я сейчас, смотри, я как профессиональный майнкрафтер, короче. Так, ну-ка, смотрю. Раз, давай. В верхний, давай, вон в ту, в крестик. Фига ты профессионал, я тебе скажу.
меня 2 хп осталось, против. Чуть-чуть. О, господи. Вот этот жердяй тебе мешает, зеленый. Да, я вижу. Сопля эта прыгающая. Слушай. О. Одна есть. Блок размещен. Выше, выше, выше. Да какого хрена? Там сказали в последнюю попасть, когда она... Да. О, все, отлично. Смотри, там появляется светокамень. Да, 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 когда все четыре... Когда, ну, все шесть... Да чтоб тебя, а! Что это быдло сюда рвется? Слушай, угомони, вот будь моим охранником, короче, на сегодня. Сисурица, знаешь, такой, подошел и всех... Ой. Сисурица! Я случайно! Окей, лучше, чем ничего. Да как... Я думал, я снова тебя убил, блин. Да какого хрена? Я хочу их размотать и выпрыгнуть. Слушай, смотри, чтоб я тебя там не убил. О, тебе дали редстоун. Это тебе или мне? Тебе. У тебя в руках красная какашка, иди ставь сюда. Последняя якобы? А, нет, еще одна есть. Осталось вопросы. Вопросы. Погнали, давай. Да, вопросы, погнали на вопросы. Ты у нас профессионал, короче, давай. Как пишется мой ник? Фанимен. Фанимен, наверное. С нижним подчеркиванием. О, это твое, давай, я вожу 3-0. Что, батюшки, тут творится? Окей, да. Вот-вот тебе нужно, давай. Давай подумаем логически. Так, что будет, если взять логический калькулятор? Сначала в скобках все делай. Да, конечно. Так, допустим, 25945 плюс... 34 миллиона или чего-то там, 7, 3, 6, 4. Нет, 347 тысяч. Да. Ну, почти. И сколько это будет? И это все умножить на 23. Это будет... Лагер, как тебе не стыдно? Устный счет, первый класс. Действительно, как я мог тут не догадаться? Блин, логически, слушай, я такой на пальцах считал вчера. Ну, какой версии Майнкрафт нету? 1.6.4, кстати, слова нету, нет. 1.6.4, 1.7.5, 1.3.3.3, 1.2.5, 1.3.3.3, да? Да. О, смотри, просто там кто-то шкребётся. Смотри. Так, слушай, я даже не хочу... Я не хочу ломать. Это плачевно закончится. В каком году была основана Москва? Так. 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 Давай, даты. В 14-м, стопудово, чувак, но без... Слушай, что-то не работает. Могли... Что вообще такое? Так. Тут карта сломана, все, карта сломана. И на самом-то деле это был... 47-й. Конечно. Отлично. 147-й, правда. Слушай, закройся! Блин, дверь не закрылась. Печально. О, вон, кстати, последний редстоун, да? Да. Окей, в какой версии я создал эту карту? 1.2.5, 1.4.7, 1.7.5, 1.6.4. Какую он там версию просил поставить? Ну я не знаю, но я думаю, что тут не работает механизм. А не, работает, слушай. Вау! Это к тебе. Блин! Берем редстоун, сваливаем отсюда, сваливаем! Что творишь? Чувак, куда бежать? Куда бежать? Я забрал, куда бежать? Меня сейчас убьют! Нет! Беги на поле, беги на поле! Половинка хп! Мы вернемся еще! Слушай, блин, у меня половина хп! Смотри, что нужно делать, нужно. Я их отвлеку. Смотри, я их отвлеку. Киса. Я, короче, пойду туда в главный этот киса. А теперь прокрадусь и выкраду редстоун. Выкраду! Я его выкраду! Я его выкрал, если что. Выкрал. Я нашел старт! Ну и как тебе там? Ну, почти, слушай, на... Ой, я, кстати, возродился там, где умер. Это замечательно. Вот. Ну, в принципе, ты редстоун-то, кстати, получил? Да, все нормально. Отлично. Тогда давай этот редстоун ставь. Слушай, мне сначала надо попасть на спавн. Давай ко мне сюда. Кстати, на самом деле, вот по этому карту не стоит ломать, потому что там появляются вот такие вот... Крысы, да. Ну какого хрена? Они меня бьют, я не могу даже блок сломать, чтобы... Лагер! Помоги меня, спаси, Кирилл! Кирилл, спаси! Нет, сейчас есть половина карты! Сломай, быстрее сломай! Сломай! Я должен заманить их сюда в воду, этих крыс. Пошли! Иди их сюда! Быстрее! Я редстоун ставлю! Уходи! Уходи, просто уходи! Ставь редстоун. Отлично. Закрывай. Все, мы отлично. Вот ты и прошел эту карту. Как она тебе? 5 класс, 4 норм,
3 могло быть лучше, 2 фу-фу-фу-фу-фу-фу, 1 говно, возьми табличку и напиши свое мнение о карте. Вот тебе, пожалуйста, записулечка, лагерь. Так, окей, что мы поставим? Пиши скорее, я сейчас блок разрушу. Сейчас понесу. Мы напишем... Та-та-та-там-та-там! Давай свой вердикт, выноси. Я думаю, это вполне заслуженная оценка и... И она норм. И ей вполне себе ничего даже. Да? Давай-давай-давай-давай, понеслась. Давай-давай, лагерь, понеслась. Кстати, там есть какой-то бонусный уровень. Просто вместо взрыва карты мы будем просто убивать чешуйницы, карта сама себя разрушит. Не-не-не, стой, на самом деле я думаю, что там есть... Ой, того мужика съели, походу, заживо. Да, его съели. Да его не жалко. Да? Да. Тебе не жалко малоимущих? Нет, он просто стоял. Тебе не жалко бомжей? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-ой, ай-ой. Смотри, какой я хитрый. Что ты там делаешь, А вон, что делаю? О-о-о, профессионал, только видал, ты... как работает спецназ. Слушай, надо профессионально уничтожить их. Просто профессионально. Смотри, все само рушится, я просто их стою, бью и все. Помнишь, там мы вызывали мастеров, короче, которые будут изгонять вещи. Сейчас мы, короче, почистим карту быстренько, так знаешь. Только не рядом со мной, Нет, ты что, какой рядом? Ты о чем? Какой рядом? Я еще не вышел. Ты еще жив? Я с гейммода нулевого. Ты еще жив? Я? Ой, печально, он сам поджегся. В принципе, мне так вполне неплохо. Он сам поджегся, на самом деле. Вау! Видал? Дезинфекция, все сразу. Ты на единственном блоке, блин, как появился. Просто. Да, даже лучше. А нет, нифига, вон еще остались эти крысы бегают. Да не, ничего, это дело поправимое. Тут вообще все можно так, знаешь, продезинфицировать. Пауки прискакали, помоги. Че, все плохо настолько? Меня убивают. Все? Уже? Что-то это быстро. Что-то друзья, быстро мы прошли рожу. Сегодня очередную карту с лагером. Не забывайте подписываться на канал, естественно, лагера. Там и ссылка канал есть. Кирилла, конечно, ссылка тоже. Также в описании. Да-да-да-да-да, подписывайтесь обязательно, потому что мы же проходим карты вместе, там все дела. Вот, и также, друзья, ставьте лайки, свои комментарии оставляйте. С вами был Семченко, и кто еще? И лагер. Всем вам удачи и до новых встреч. Пока-пока. Ребят.